Всем добрый вечер. Сегодня 26 августа. Наши помидоры каждым днем много-много краснеют, не успеваем собирать даже. Людей нанимаю я каждый день 2-3 человека, чтобы помидоры собрали. Вот, например, здесь любой урожай поднимаешь, они очень красиво. Вот, например, один вот столько, один рассада, столько помидоров, 50 соток земля. Первый год сажал я. Пока урожай море, уже говорят. В общем-то, помидоров еще много нам предстоит собрать. Уже пятый раз, если мы сейчас собираем, пятый раз собираем. Вот такая у нас урожай. Если считать, вот, например, один рассада, да? Один рассада. Готовый помидор уже здесь больше 4 килограмма, можно сказать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И они, кстати, крупные очень. И очень такой. Если видно, вот так, наверное, видно. Очень красиво. Словами не передать, конечно. Но он мадейра сорт первый раз сажал. И вообще-то я в жизни первый раз в этом занимаюсь. Все время летом в России работал. И в этом году как-то не получилось уехать. Третий ребенок маленький. Поэтому как бы остался, чтобы фермерством заниматься. Вот можно взять, сейчас покажу, как его. Ну, так, все. Как можно показать-то, чтобы внутри. Вот. На вкус очень-очень-очень хороший. Сегодня 26 августа. У нас вечер уже. Людей нанимаем. Но здесь где-то еще сейчас готовый помидор можно 20 тонн собрать. Вот. Далеко. Красиво. На вкус можно. Вообще огонь. Такой вкусный. И сорт Мадейра. Итальянский какой-то сорт. Импортный сорт. То есть, в общем, не знаю, когда я успеваю это все собрать и продавать. Вчера и сегодня отдыхали, чтобы очень ребята и жена устала. Говорят, все, обратно 2 дня отдых. В общем, суббота, воскресенье отдыхали. И с завтрашнего дня, с самого с утра начнем опять собрать, наверняка. Всем спасибо. Вот это уже пятый сбор. До сегодняшнего дня около 10 тонн мы продали. Около.
Что здесь соберем, наверное, очень-очень много. Еще месяц будем собирать, наверное. Всем спасибо. Пока-пока.